Всем доброго времени суток. В сегодняшней распаковке у меня карманный жесткий диск на 2 терабайта. Ссылки есть в описании. Ну и приступим. А вот и пакет, в котором приехал мой жесткий диск. Упакован он не очень массивно, потому что сам винт имеет свою оригинальную пластмассовую коробку. Решил снять видеоблог об этом жестком диске, потому что на втором моем канале будет о нем выпуск с фулл рефандом. Так что советую к просмотру, ссылка на канал есть в шапке и в описании. Оригинальный дизайн корпуса и надпись Samsung, которая совсем не в тему, ибо качество материала и сборки не на уровне такой корпорации. Подключение по USB, кстати, нет поддержки USB 3.0, поэтому и цена в 2300 рублей совсем мизерная для 2 терабайт памяти. Покажу, что внутри. Открывается он легко, открутив 4 шурупа по краям. А внутри простой IDE жесткий диск с переходником под USB. И вот причина, почему не под USB 3.0. Все дело в старой технологии жесткого диска, которая не умеет работать с высокими скоростями. Так как SATA 2 и SATA 3 интерфейсы умеют работать и там, и тут, но скорость чтения и записи тоже будет соответствующей. Кстати, на модуле остались остатки флюса, заодно их смою, используя обычный медицинский спирт. Итак, винт прекрасно определяется системой, почему-то USB Disk Security файл Autorun определил как вирус и удалил его, что никак не повлияло на работоспособности. Также жесткий форматируется под имеющиеся файловые системы. Без всяких проблем перемещает, копирует и удаляет любую информацию за одним нюансом, низкой скоростью, по сравнению с жесткими дисками, которые работают с USB 3.0 интерфейсом. В общем, для хранилища информации думаю в самый раз. И на этом завершаю свой видеоблог. Спасибо за лайк и подписку. Всем удачи и хорошего настроения.